Всем привет! Мы находимся в санатории «Зеленая роща» в Подмосковье. И в этом видео хотим вам показать обзор основных зданий санатория. Это корпус номер один, корпус номер два, галерею между ними. И вот здание столовой. И в этом же здании находится библиотека, зал для просмотра кинофильмов и другое. Начнем обзор с первого корпуса. В первом корпусе происходит оформление отдыхающих, их заселение, а также назначение лечения. Холл. Здесь бухгалтерия и касса. Оплата. Направо это медицинская зона. Здесь находятся кабинеты терапевтов, медсестер, лечебные и процедурные кабинеты. Здесь же первоначально назначается курс лечения. По лестнице поднимемся на второй этаж. На втором этаже находятся частично кабинеты процедурные, а также номера. Здесь же выход в галерею. Налево в сторону столовой. Направо ко второму корпусу. Галереи удобны в дождливую погоду. Можно от первого корпуса ко второму идти и в столовую. Пройдя по галерее, мы попадаем во второй корпус. Вот такие холлы во втором корпусе. На каждом этаже имеется кулер, чайники, гладильная доска с утюгом. Второй корпус пятиэтажный и полностью жилой. Здесь только номера. Вот на втором этаже 202 номер, это наш. Теперь снова по галерее пройдемся в здание, где находится столовая. В этом корпусе находится и тренажерный зал. Давайте его поглядим бегло. Разные тренажеры, достаточно много. Все современные, замечательные. Второй этаж этого здания – это, так сказать, культурный центр. Здесь административные кабинеты, план мероприятий на текущий день. Вот, допустим, утром утренняя гимнастика, конкурс рисунков для детей. Группа здоровья, скандинавская ходьба, поем по караоке и художественный фильм. Также показывают для детей мультфильмы. И готовится конкурс «Алло, мы ищем таланты». Вот сейчас, кстати, проходит конкурс детского рисунка. Такие картины красивые. Это библиотека санатория. Библиотека внутри. Вот столики. Здесь можно почитать, как читальный зал.
стеллажи с литературой. Камин. Красивая картина. Детская комната. Вот такой достаточно большой зал. Здесь показывают художественные фильмы, мультипликационные фильмы. Проводятся конкурсы караоке и самодеятельность. Спускаясь на первый этаж, мы попадем в столовую. Здесь вот такие картины. А с правой стороны вот такая красивая картина, переносящая нас в эпоху 18-19 веков. Это столовая. Здесь туалеты и выход на улицу. Вот такой, друзья, короткий обзор зданий корпуса 1, корпуса 2, галереи и столовой. Санатория «Зеленая роща» в Подмосковье. Всем пока-пока.